Дорогие зрители, ежедневно мы делаем для вас ролики с самыми актуальными и важными новостями из жизни звезд и знаменитостей. В среду, 9 ноября, Александре Пахмутовой исполняется 93 года. Она одна из любимых и известнейших композиторов СССР и всего русского пространства. При этом в судьбе Александры Николаевны, длинной и бесконечно творческой, множество небольших камерных эпизодов, которые отлично говорят о роли, которую эта наша выдающаяся современница играла в жизни русского народа и русской культуры. За пределами бывшего СССР она известна как автор классической музыки, но на родине и всем постсоветском пространстве ее знают как автора песен. «Старый клен», «Надежда», «Нежность», «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща». Насчет у Александры Пахмутовой более 400 песен, многие из которых уже поистине считаются народными. А еще увертюры, кантаты, сюиты, балет, концерты. И этот список еще не окончен. Несмотря на солидный возраст, она продолжает творить. Дорогие зрители, мы благодарим каждому из вас за слова поддержки, ведь в это непростое время как никогда это важно.